Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 2 апреля, 18 год. И сейчас мы с вами совершим вторую поездку в серии «Угадай мелодию» или же «Поездка на одну песню». Для тех, кто не в курсе, я сообщаю еще раз. Я объявляю викторину. Я буду делать такие маленькие поездки длительностью на одну песенку. А вы должны будете угадать название мелодии, композиции песни, которая звучит в данном видео, и кто ее исполняет. Именно исполнитель, а не автор, потому что авторов я сам могу не знать. А многие песни известные исполняли в разное время разные исполнители, поэтому важно именно исполнители. Так, с правой стороны Володарь, а с левой стороны российское посольство. Вот вам гарантирую, улица Бакиханова. Итак, тот, кто правильно угадает мелодию, название песни, мелодии, и кто ее исполняет, получает главный приз. В том случае, если вы приезжаете в Баку этим летом, то я встречаю в аэропорту и везут к месту проживания бесплатно. Это уже вторая поездка. В первом видео победила Татьяна Степкина из Хабаровска. Она правильно назвала первое и главное правильно назвала певца Клифф Ричарда, а песня называлась «Devil Woman». А сегодня вторая поездка. Главный приз ваш, ждет вас. Татьяна, приезжайте в Баку, вы победили. Я буду ждать вас. Так, начали. Улица Бакиханова, улица проспект Бейпутова. Т-образный перекресток. Справа, с левой стороны дом номер 55. А с правой там раньше была скорая помощь. Сейчас не знаю, есть ли она там. Это вам для ориентира. Угадайте мелодию, кто исполняет, это очень важно. Если угадаете, сами приехать не сможете, то, пожалуйста, может кто-то из ваших друзей, кто решит приехать в Баку этим летом, может по вашей рекомендации воспользоваться этим призом. Главное написать комментарии именно в YouTube, а не в Одноклассниках, ВКонтакте или же Фейсбуке. Именно в YouTube будет приниматься правильный ответ. Улица Бакиханова, перекресток Бильбили, да? Не, Затлык. Бывшая Ленина. Там с правой стороны после перекрестка будет «Дружба», кинотеатр. С правой стороны «Дружба». А с левой стороны, под этой девятиэтажкой, которая с левой стороны, ресторан украинской кухни «Салоха», где играет вечерами иногда, по пятницам, Андрей Крупин. Вы его знаете по моим видео. Подъезжаем к перекрестку Джейхун Хаджи Били, бывший Фабрициус. Там раньше была трамвайная линия шла. Поворачиваем налево, едем в сторону Гянджилик метро. А, сейчас будет парк, там, где раньше была детская железная дорога. Сейчас там парк, и называется имени Леди Горгут, там сделали искусственное озеро. Сэр, ел Саненди. Нет, там знак поставили, наша уже наша дорога. Наконец-таки, с правой стороны парк. Поворачиваем на проспект Вагифа и едем в сторону метро Гянджилик. Итак, мелодия прозвучала, вы должны угадать название мелодии, кто ее исполнял. А мы поедем до Гянджилика, там я с вами попрощаюсь. Проспект Вагифа, с левой стороны, видите, это вот мачта, вышка. Это вам для ориентира. И с левой стороны можно будет заехать в туннель и поехать в сторону микрорайонов 7 и 8 так, и дальше. А вот мы поедем по правой стороне, поверху, в сторону метро Гянджилик. Прямо по курсу, чуть левее, девятиэтажка с надписью «Бадамлы», там это так называемый дом футболистов или спортсменов, там жил когда-то Бенишевский Анатолий. Итак, площадь Победы, с правой стороны торговый центр «Гянджилик Молл». В
переход метро Дианчелика. Здесь находится под нами станция метро Дианчелики. Там дальше физкультурный институт. А с левой стороны дома жилые. Школа номер 200. Физкультурный институт чуть впереди. Приезжаем к перекрестку 13-я, по-моему, да? Или 12-я за вокзальная. Под ней сейчас туннель. Итак, это было 2 апреля. Угадайте мелодию, поездка на одну песню. 18 апреля, 12, чуть ли елки-палки. 2 апреля, 18 год. Меня зовут Михаил Искеров. Приезжайте в Баку. Мое такси в вашем распоряжении. Пока.